Привет, ребята! Сегодня с вами я, Мэй, и... Ребят, этот видосик посвящается моему Ютубу. Потому что, ребят, смотрите. Вот, видите, да? Это я покажу вам, как я выкладываю видосики. Вот, ребят, это чтоб вам нравилось больше. Или можно вот так вечеринка. Или дымка. Это что такое? Фу, гадость. Негатив. Хотите посмотреть ролик негатив? Пузырики! Рассвет. Мне кажется, розовый взрыв цветов вам больше нравится. Да, красиво. Все, только такие настройки. Чего? Ладно, будет описание. Ребят, сейчас мы будем ссылочку стырить. Не загрузку ненадолго. Заходим. Сейчас мы тут стырим какую-нибудь ссылочку. Так, ну давайте... Вот. А вот этот вот канал убьем ссылочку. Нам не надо вот это. Хранить. Скачать. Где скопировать ссылку? Вопрос. Копировать ссылку. Теперь заходим ко мне. Видосики. Я за что свои видосики редко удаляю. Вот взрыв цветом. Описание. Вот, ребят, подпишитесь, пожалуйста, на этот канал. Пожалуйста. Как назовем? Нет. Гемов. Играю. Толку нет. Толку нет. Играю. Ну ладно, ребят. Бывает. Местоположение надо, добавить в плейлист. Возможно, открытый доступ. Доступ по ссылке, ограниченный доступ. Отложение опубликования. Нет, этого всего мне не надо. Вот, далее. Конечно, для детей. Ребят, загружается видосик теперь. Пелтаун, 4 серия, ребят, извините, он не загрузился. Надеюсь, он... Вот этот видосик зашел. Смотри, как он там подписан. Ладно. Это мой брат, Влад Леона 4. Его зовут Влад Леона 4. Заходите на его каналчик. Вот его первый. Я там. Вот это мой второй канал, ребят. Я перейду на свой второй канал. Вы подписаны. У меня тут еще один видосик был. А, что? Самые популярные мои видосики. Они оба популярные. Каналы. 13 просмотров. Что? Только новый видосик выходил. А я не появился на видео про против. Ну вот оно. Видео удалено из-за нарушения. Вот Егор, блин, говнюк. Блин, для него у меня видос удалился. Ладно, ребят. Сейчас мы послушаем музычку. Хотя зачем? Можно же закончить ролик.
Всем пока, ребята!